В рамках проведения целевых профилактических мероприятий «Внимание, дети!» на территории Московской области 2 сентября прошел традиционный единый день безопасности дорожного движения. В городе Видное сотрудники госавтоинспекции Ленинского района провели рейд под девизом «Детям Подмосковья безопасные дороги». В этот день во всех школах проводятся пятиминутки, посвященные безопасности дорожного движения. Мы привлекаем, как всегда, по традиции наших граждан к соблюдению правил дорожного движения. Сегодня пройдет агитпробег по улицам нашего города. В ходе рейда сотрудниками ГИБДД и учениками Видновской школы номер 5 участникам дорожного движения были вручены письма водителям, которые ребята сделали своими руками. В своих обращениях они еще раз напоминали о соблюдении правил дорожного движения. Сейчас дети ходят в школу, очень много первоклассников. Может вырваться из руки и побежать на дорогу, чтобы они перед пешеходным переходом и вообще не набирали скорость. Чтобы, возили с собой, если детей возят, в детских креслах. Здравствуйте, уважаемый водитель. Я хочу вам вручить эту грамоту, чтобы вы не забывали правила дорожного движения. А также я хочу вам сказать, если у вас есть дети, пожалуйста, возите их в кресло, в специальных креслах. Это вам. Спасибо. Я ко всем акциям отношусь очень положительно, потому что в этих акциях есть какая-то позитивная сторона. Значит, то, что детям надо знать правила, и водители должны их тоже соблюдать, соответственно. Тем более сейчас начался школьный период, и я думаю, что водители должны быть особенно внимательны в этот момент. В День безопасности был проведен агитпробег, в котором приняли участие сотрудники госавтоинспекции, представители ДОСАВ и мотоболисты видновской команды «Металлург». Служебным автомобилем дорожно-патрульной службы по громкой связи к участникам дорожного движения обращались с призывами соблюдать правила дорожного движения. И не только в первые дни сентября, а и во все последующие. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.